Саня Игрушкина, и сегодня мы едем в деревню Космакова в гости. И мы сейчас на Южном вокзале, ждем автобус. Да, много автобусов. Да. Целая куча. Мы отправляемся в автобусе ехать в далекий путь целый час. Да. База, скажи, большая. Это очень долго, и скорость меня поделит в год, потому что тут очень жарко. Ну, солнечно, сегодня 33, а на солнце 37, наверное, все. Нет, 39. 39 даже? Да. Ладно, увидимся. Отправляемся в далекий путь. Да, нам ехать 1:15 где-то. Вот мы с Екатеринбурга выезжаем. Космакова. Травки, поля, наверное, столько картошки, морковки и этой, как его, пшеницы всякой. Ну, еще. Мы поехали, приехали. Мы уже приехали, да. Сутки сюда, и сейчас мы пойдем до дома. Да, мы пойдем до нашего домика, душечка. Памятник тех людей, которые сражались в войне. Да. И тут фамилии. Да. Одни не Мисиловые, а Мисиловые. О, видите, сколько Мисиловых? Это, видимо, все братья, отцы и деды. Вот такой памятник здесь есть замечательный. Ладно, пойдем дальше. Сейчас на озере Багаряк. Очень странное название. О, у меня такая жизнь. А, блин, почему я свою брызгалку не взяла? Да, столько лодок, все покупать. Жалко, я свою брызгалку не взяла. Надо было взять. Да, ты бы здесь много не набрызгал. Все, мы тут отдыхаем. Я помогу! Здесь супер круто! Да, мы сейчас будем жарить мясо, купаться. Точнее, мы завтра будем купаться. Я сегодня не буду купаться, я завтра буду. Ну, сегодня уже солнышко, время 8 час. Давайте увидимся. Я зашла в воду, и мы тут камнями кидаемся, а мой друг Арсений... А Арсений уже вообще ныряет, да, вовсю? Он окунулся, короче. И обрызгал меня. Да. Не брызгай. Тут, смотрите, тут вам кажется, что это дерево, да? Это камни! Как тут такие камни? Оп! Такие камни, ну они... Природы, ну, природы созданы. Такая чистая вода. О, лодочки плавают. И закат. Закат красивый очень сегодня. Можно скользить на вот таких вот зеленых штуках. Соня! Бегите! Три раза. А еще? А Соня будет эти лягушки-то будешь запускать? Игрушки? Лягушки. Лягушки? Ну да, вот эти, то, что Юля сейчас кинула. А, ну да. Наверное, если бы попал. Вот это. О, да, вот это да. Давай, пробуй. А классное, классное. Целых два раза. Итак, наступил новый день. Вчера мы приехали, как бы. Мы последний раз были в автобусе. Ну так мы купались вчера? Да. Нет, мы вчера не купались, мы сегодня купались. Мы купились свинарники у Хрюша. О, это Хрюша. Видите, очень много пахнет. Какой Хрюша?
А их там. А еще вот маленькие птички. Да, сейчас. Здесь утки и курицы есть. И такая жара, что я даже ем мороженое. Ну, и мороженка все равно не помогает. Вчера было плюс 39 градусов. Сколько уток, ну, целый зоопарк? Гусей. А, гуси, ну. Ну что, все замолчали резко. Только одна. Такие позируют, да, смотрят. Видимо, нравится ли это сама. А еще тут есть петух. Еще тут есть. Вот. Это курица. Вот, побежали. А вон там петух большой. Вот рыжий. Вот он. Такой здоровый. Огромный. Эти все к нам прибежали. В камеру. Ух ты, какой красивый там. А вот это тоже. А вот это утки. Это точно утки. А там гуси. Пойдем за клубникой. Клубники нет. Сорвала клубнику. Ну и на этом все. А с вами была Соня Игрушкина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока!